В рамках празднования Дня столицы Московский театр «Современник» приглашает вас во дворец мира и согласия. 3-4 июля. «Горе от ума». Губители кармаров и сердец. Когда? Необычно, остро, непредсказуемо. В роли Фамусова Сергей Гармаш. А также 6-7 июля. «Вишневый сад». История страдания, лихорадочного веселья и безысходного трагизма. В роли Раневской Марина Неёлова. Бронируйте билеты уже сегодня. Не пропустите «Триумф русского театра».